Thank you.
Thank you.
Очи одни, губка Украины под спортивной гимнастики приветствует заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Белоцерковского горосполкома Мосин Владимир Иванович.
からだ。Thank you.
Pizza.
Legal, né? Женя, просто... Саша. Саша. Thank you.
сильнее присесть на ноги и выпрямиться более резко. Акробатическая связка, здесь остановка с ошибкой за остановку, и здесь остановка с ошибкой за остановку, значит, связка не выполнена. После каждого элемента делается остановка. Можно понять волнение, первый раз по обязательно выступают, поворот должен быть 360, и потом еще раз на 180, она испортила поворот. Ну и соскок, конечно, недостаточная высота и поздний поворот. В основном элементы выполняются, но еще нет мастерства ненаделанной упали. Нормально.
первого вида соревнований с шагом марш.
знаешь, что скажу в трубе? Да. Thank you.
Thank you.
Дмитрий Павлович, лидирует первого команда. Наверное, сейчас поможет, там, наверное, номер прыжка пока. Здесь Наташка сама.
Thank you.
Thank you.
какое ограничение это? Какое ограничение? Это что? Передаю вам наш львовский большой привет. Хоть мы далеко друг от друга, но занимаемся одно дело. Я думаю, что жизнь нас еще где-то вместе соединит. Что мы еще будем встречаться. Доброе утро, дорогие друзья. И вспоминаем. Представляете,
отмечаем финальные соревнования полного боя. Команда номер 1 Копаева. Наталья Калинина. Оксана Кречи. Команда номер 2. Первый вид соревнований. Упражнение на грудь. Ирина Булахова. Наталья Пантелеева. Наталья Крестов. Наталья Крышкина. Оксана Чиву. Татьяна Никитенко. Команда 3. Первые тренировочные упражнения на бревне. Оксана Абрамова. Ирина Бартмовская. Инна Поповкина. Ольга Галайко. Маша Парамонова. Инна Гимницкая. Первые тренировочные четвертой команды вольные упражнения. Анна Мирновская, Ольга Шинкаренко, Галина Тырь.